Витя, делай. Витя, ты смотришь? Да? Мне тоже можно снимать. Ага. О, кучи. Ну, не только проснулись, но проснулись, господи, уже. Волос отрос, тут такой цвет, тут такой цвет. Блин, как я хочу спать сутки в работе. 31-го вечером как поехала на работу. Вчера вечером только вернулась. И сразу спать не легла. Короче, еще было куча дел, еще нужно было покушать, еще нужно было выходить, еще нужно было лечь спать, а? На твой телефон? Не надо тебе занимать память в твоем телефоне. Ну, не надо. Не надо. Все. Не дури мне головы. Так, Антошка еще дома. Короче, сынка на... Сыночек мой на электричке поедет. Молодец, ну? Первые там занятия свои. Кофта потерялась. Вообще не смешно. Как-то ни капельки. Поедет на электричке. Почему не поедем мы с Домиником? Мы поедем с Домиником попозже. Как раз потом его заберем. А, вот. Господи, пока находишь в этом бардаке что-нибудь так. О-о-о. Так, мы сейчас следом съедем на стройку. Посмотрим, что там-то как наделали. Антошка на электричке поедет. Потом его завезу. С Доминикой к 12:30 талончик нам дали. А Доминике залечить зубик. Мы его на той неделе, понедельник, по-моему, или вторник. Нам заложили лекарства. Вчера было 7 дней, как с лекарством. Сегодня уже 8 сутки пошли, в принципе. 8 день. Вот, но по-другому никак. Вчера не могла ее завести. Парник открыть. Вчера не могла ее завести, потому что вчера была на работе сама, правильно? Вот, а позавчера это было воскресенье. И в субботу тоже как бы не работают. Специалисты. Там молодец. Закапать мне на голову. Стерево. Блин. Помидорчик там упал почему-то. Кто-то сбросил помидорчик. Надо это. Все, уже пора обрабатывать помидоры от фитофторы. Потому что. Особенно вот тут. Вот тут вот. Дети. Не, не можете увидеть, где бы этот пальчик. Вот. Капелька, короче. Капельки. На томатиках капельки. На томатиках капельки. Лучам падает на голову. Вратку с огурцами. Походу, фитофтора влезла в одну. Ну, в принципе, мы такие едоки, нам огурцов уже вот так вот. Картошка тоже уже, либо фитофтора, либо уже ей просто уже приходит конец, она обсыхает. Будем скоро копать картошку. Ой, могу. Лук у меня цветет. Цветет у меня лук. Буду собирать свои семена. Свои. Где? В траве, конечно, плохо видно. Трава такая сочненькая, конечно, по луку пошла. Но куркам ее порвать. Куркам и цыпляткам. Вот, все еще. Вчера был за день на работе. Антошка, мы вчера съездили в город. До города добрался нормально. На учение, на консультации сходил нормально. Сам с собой позанимался, никто его там не видел. Короче, вы меня очень сильно простите. Сутки без сна, даже полтора суток, потому что... Сутки отработала, плюс еще до этого днем же дома пахала, да, на шабашке была, видели, в школе делали со Сашкой красоту. Вот, поэтому я еще не могу расчухаться. Электрички подменяли, пришлось мне вызывать такси. На такси ехал домой, огурцы уже, смотрю, есть, блин, опять. Вот, сегодня нужно сходить в школу, учительнице этой, директор школы показать. Там есть пару нюансов, с которыми даже я, мастер-ломастер,
не совладаю. Там нужна мужская конкретная рука. Не просто там, ну, Санёк тоже мой мужчина был, ну, там нужно Иван Павлович попросить, и учителя по труду, чтобы он сделал каркас, просто с каркасом все это закроется. Наштукатуривать там нету смысла, там оно просто, это такой слой штукатурки, даже если известку будет штукатурку брать, она отвалится, она не будет держаться. Плюс, как бы, всему этому школа старая, кирпичи тоже уже начинают сыпаться, там, я не знаю, там надо... Это был косметический ремонт, а для капитального ремонта, чтобы там довести все дело до ума, до красоты, идеала вообще в школе, это нужно отбивать всю штукатурку полностью от кирпича, на кирпич набивать армирующую сетку. Железную, ну так правильно сказала, да, ну железную сетку мелкую. Вот, набивать сетку. И заново все наштукатуривать. Все, я не буду больше ничего снимать сейчас, потому что я зазеваюсь, и будете вы вместе со мной вон там-то зевать. Все, я сейчас сбегаю в школу, туда-сюда по делам поношусь, настройку в школу, пока с Доминикой нам ехать. Хвостик. Приветули, ребятули. Слышите, как у нас? Как чирикуют? Сверчки или кузнечики, не знаю кто. Из меня завелся в траве. Короче, добралась я до своего огорода. Клубнику еще эту нет. На днях, а то и раньше. Ну, уже процесс пошел. Выдрала всю траву, выдрала чеснок. Буду приступать выдирать траву в этой клубнике частично. В этой клубнике пойдет все вместе с усами. А ту нужно как-то так аккуратно, чтобы поделиться еще усиками. Вот так вот. Привет! Давно с вами не виделись. То дела, то работа, то снова дела. Сейчас я в городе с ночной смены. Ах, иду. Иду ждать сына. У сына сегодня первый экзамен по специальности. Может быть, уже сдал. Он второй по очереди у нас идет. Второй по очереди. 9 часов начала. Сейчас у нас времени 9:38. Возможно, он сейчас будет играть. Ни пуха, ни пера моему сыну Льву. Вот это число. Когда-то. А 6-го у него экзамен по сольфеджио. Ой, не знаю. Ой, переживаю. Будем ждать, ждать. Будем ждать, ждать. Много кто у себя родители в машинах. Тут тоже своих малышей. Наверное, больше переживают, нежели он сам. Ну что, подождем сыночку, да? Ну, привет! Ну, как дела? У меня все плохо. Почему тебе все плохо? Я не поступился. Ты не на косяк? Здрасте. Маши ручкой. Это Антон. Это Антон? А ты кто? Я Женя. Женя. Приятно познакомиться, Женя. Сынка, правда, нормально все? Да, нормально. Плохо. Эй, у тебя. Все плохо. Да, семерку. Ты же оценки что ставили, да? Да, ты ему семерку дали. Семерку. Так вот какая страшная. А тебя что по специальности шло? Семерка. Ну тут на свою сумму. У меня вот странно, смотри. Он когда играл... А он ты на чем? Аккордеон. Аккордеон. У него, получается, были две части, которые он пропустил. Одна часть, которую он пропустил. Угу. Он за пропуск получил 8. Потому что я симпровизировал и изменил их. Собака. Надо было мне так ругаться. А ты куда? Ребятульки, все никак не это... Не найду времени записать вам влог. Привет, девчонки. Смотрите, кого я домой привезла сегодня. Каришку и Дашку. А Доминика была дома с дедушком, да? Угу. Мам, вот. Я спала. Я встала в игрушку низко спать. И без мультиков я спала. Я просто и зараз спала. Ну вот видишь, можно же спать без мультиков и без колыбельки, да? Просто деда не умеет. А, просто деда не умеет, все ясно. Вот, вчера
добралась до цветника. Смотрите, все повыдирала. Еще вот здесь вот нужно повыдирать вот эту вот хосту, да, как называется. Ну и тут немножко повыдирать. Выдирала то, что не нужно, то, что уже надоело. Поставляла лилейники. Лилия оставила, сестрица заберет. А, так, добрый вечер, сейчас отпишусь. Здесь тоже повыкапывала все, что мне нужно. Остальное выкапывать и вон на мусорку. Короче, уже можно завозить туда песочек, землю. Вот такие вот дела. Съездили в гости к племяшке. К будущему крестному сыночку съездили. В общем, да, к сестрице, к братику съездили. Забрала корешу оттуда. Дашку привезли. Санек со мной тоже ездил. Вот поэтому сегодня ничего не снимала. И вчера вечером тоже. Целый день только вырялась. Жарыша такая, капец, вам не рассказать. Какая у нас жара, наверное, еще. Папуля. Папуля. Помидоры, наверное, нужно еще сегодня палить. То них и тому же мы наелись помидоров своих домашних. Капец, капец. А луча уже зреет, падает. Привезли от Танюши кабачки. Будем ставить компот кабачки с лучой. Вот. У меня как бы наливаются помидорки, наливаются. Вон там вон две штучки зрелые. Ну, пару штучек уже своих съели. Вот так-то их вот много есть. Ну, на это. Наливаются. Что до сих пор жарко, душно. Сынок, матами ругается. Сапожник весь в жену. Вот. Такие вот дела. Так что все у нас хорошо. Забрала ребятишек. А... Что-то у нас там влог продолжался, да? Вон у Антошки же экзамен вчера был, да? Сегодня была консультация. Завтра, субботу, 6 августа, еще одна последний экзамен. Ну, а там уже будем знать, поступили мы или не поступили. На какую оценку он еще сдать у нас сольфеджио. Поэтому завтра сынульку ни пуха, ни пера. Ой, что все было хорошо-хорошо. Ну, и у нас тоже, в принципе, все нормально. Надо уже красить мозги свои. Отросли. Капец, капец. Вот. Подумала себе, как покрасить волосы. Красиво там есть такое, но не знаю, получится ли. Получится ли или не получится, не знаю. Может, к своему цвету приду. Такая и буду. Но волосы уже так нехило отрос. Он был такой вот короткий. Нормальненько такой уже отросли волосы. Все, пошла разгребать. А, мы еще заехали в суши-бар Тунец в город Молодечном. Оставлю здесь вот номера телефонов, по которым можно сделать заказ. Молодечно. Пойду пробовать суши. Я, в принципе, их так за всю свою, наверное, жизнь вот только второй раз их буду есть, поэтому по вкусу не знаю, как что понравится, не понравится. Вот. Покажу. Просто так угостили нас знакомые сушами. Хозяин суши-бара. Ну-ка, убирай свой бардак быстро. Я тут занимаюсь своими важными делами. Да? Да. Очень важные дела. Давай скорее убирайся, будем суши распаковывать. А, зачем? Ну да, попробовать. Вот, нас угостили сушами. Будем распаковывать, пробовать. Тут моя рабочая зона, не надо здесь ничего заводить. Кушать. Кушать у нас кухня, как вы говорите. Нормально ты тут умеешь кушать. А как у меня здесь? Рабочая зона. Распаковывай. Доставай скорей. Скорей, доставай. Ничего страшного. Видео, подумаешь, будет видео на полчаса. Да? Всего-то. Всего-то. В кадр не помешаешься, дылда. Да-да. Что же у нас в пакете? Да, давай. Ну-ка, ну-ка, и давай. Это чисточек. Даже чек есть? Это что красное? Какая-то полосочки какие-то красные. Не знаю, это что такое. Это у нас самое важное, это у нас полочки. Угу. Кто им пользуется вообще? Давай. Так, самое первое, вот она. Это у нас... Одна упала, две упала. А, вот такие вот какие-то. Какая-то такая. Два вида тут, наверное, да? Ой, открылись. Давай, да. Соус и хрен.
Это почти... Сказали чуть-чуть это взять на суши, макнуть. Штучку эту на сверху положить и чуть-чуть макнуть сюда. Значит, это не хрен. Это хрен. Значит, это не хрен, если чуть-чуть. Ага, тут какой-то вкусняшка. Тут какой-то вкусняшка. А во, какие интересные еще. А там еще топор. Во, видели? С каким-то кремом сверху. С икрой какой-то мелкой. Но она, правда, не такая светлая, как на... И салфетки. Все, а будем пробовать суши. И зачем это? О, фу, как я вспотела. Капец, как жарко на улице. И окно открыто, вон там все равно. Что за жарко? Ой. Же жарко? Ой, Тошка, твой ноутбук. О, трошки было меня видно. Сейчас опозоримся с палочками. Жалко, что они это. Их надо, кстати, сегодня все съесть. Потому что до завтра он уже будет невкусный. Надо кушать в свежем виде. А я хотела на работу завести, девочек угостить. Не знаю, как он берет, но я обычно так вот и делаю. Надо делать красивое фото, надо сделать сейчас. Распакуешь? Давай пробовать. Ой, а как? Палочку надо разломать? Да. Ничего не знаю, вообще лошара. Просто в разные стороны тянуть, не надо. А как? В разные стороны дернуть. Не ломаются. Потому что... Не умею. Вот так как. Ой. Где твоя ёбань? Что ругаешься, блин? Фу-фу-фу, таким быть. Давайте пробуй. Бери, пробуй. На полочке. Ну, не надо. На полочке. Не знаю, почему? Какую из них пробовать. Никого не зовешь? Кого звать? Детей. Не. Вот так брать. На полочке. Ой, не знаю, каких брать. Кто умеет брать полочками? Кто умеет брать полочками? Ну, почти. Ну, почти. Ай, руками. Неси руками. Неси ножик. Неси тебе. Несите вилочку. Вот такой тут горжусь вниз. Чему? Васаби. Васаби это вообще... Умрешь сразу. Весь надо в рот ложить. Надо весь в рот залаживать, не мусорить. Ай, кошмар. Вкусно оказывается. Вкусно оказывается. Угу. Я не знаю, какой мне с ней взять. Кто-то не умеет пользоваться палочками. Я не буду туда макать. Ай, у меня сейчас развалится прямо в руках. Жить можно. Угу. А что это такое? О, какое острое! Какое такое? Может, это типа перца? Не понятно, не знаю, что такое. Сосинка такой. Вот васаби лучше не трогай. Васаби лучше не трогай? Если не хочешь умереть, васаби лучше даже не пробуй. Я чуть-чуть. О, да. Это вот какой-то с кремом какой-то. Блин. Вкусная фигня. Это рис. Там масло какое-то. Суши угостили. Крем, это что вкусно? Получилось? Ну, тоже с маслом. Какая? Так, вот я пробовал. Этого пробовал? Да, да. Я вот это пробовал. Да. Все вкусно? Угу. Вкусно. Да, это вкусно, это вкусно. На корни положить на тарелочку. А, блин. Держи рукой. А с ней умеешь. Корни дорезано, что-то. Куча соусом вкусно, остальное... Так, не знаю.
А это пробуй? Она пиццу ест. Вкусно. Бери любую. Такая. Бери рукой. Рукой, бери, кушай. Понимай. Вот так вот. Вот так бери. Вот чуть-чуть макни соус. Чуть-чуть. Вот так. И все-все вроде. Не влезет. Ну кусай. Ручку подставь. Упадет. Подставь ручку. Я вот эти матку возьму. Я вот этот возьму. Это с маслом вкусное. Нет. Оказывается, суши это вкусно. Давайте на тарелочку положу, Вероника. Кто-то не умеет пользоваться суши. Почему? Я нормально его беру. Я хочу вот этот взять. Да, какой-то. Вот так вот. Я нормально? Не умею. Вот. Я не умею. Мама, можно я попробую так с палочками? Ты палочками не сможешь. Я попробую. Не получится у тебя. Ма, я попробую. На, положи одну. Я хочу вот эту. Только одну. Красненькую эту. Хочешь? Да. Что-то воняет, не пойму, что только. Мясо странное. Мясо странное? Что хочешь? Так, сейчас это попробую. Здесь какая-то салатик, здесь какая-то... Если будет мне вкусно, я все вкусно. Они все вкусные. Куча. А это что? Мам, а это что? Ну что, какая там? Это острое, соус можешь махнуть чуть-чуть. Ну что? И все это в моей комнате, да-да. Все-все-все. Тарелочку неси. Над тарелочкой. Кусай. А у меня есть идея. Мне нужно взять вот эту штучку. Поставить. Евгению спасибо, да? Угу. Дешка. И вот эту штучку одну возьму. Вот. Но мне вот эти будут нравиться больше. Там как-то нечто не то. Треба с салатиком надо попробовать еще. Ну, это больше понравилось. Да? Мне вот эти вот с маслом понравилось, вот эти понравилось. Что это попробую. Здесь каким-то с огурцом, походу, с каким-то. Кто васаби хочет? Никто, походу, не хочет васаби. Мама попробовала васаби, сказала. Да. Не, ну я же попробую себе кусочек положить. И сюда эти красные штучки. Ну тогда вкусно, с огурцом. Ну дедушку васаби предложить. Копечку. Ну, с салом. Здесь не дрогнул. Вкусно. Знаешь, это что-то держит, да? Такой, чтобы можно было брать. А эти нужно просто держать палочку и все. Блин, я же нормально держала уже. Дедушка заигралась, сказала, сам ты ешь. Чего? Ну только гляну, да? Блин, ну и как я держала, что ли? Вкусно, с цветочком. Цветочка вкусная? Ну, дедушка, попить на цветочку надо. Не знаю, какое их название с этим. Ну все, поломала. Нормально же держала была палочки, не? Нет, иди попробуй. Как я их держала. Хоть ты ролик пересмотри, как я их держала. Как сало, да? Все, поломала. Не умею палочки брать. Вкусно. Все, короче, я там оставила номер телефона. Суши-бара. А, еще визитка. Вот и визитка. О, это вообще какая-то штука непонятная. Я вынаюся. Блин, ну я их тут держала. Была ж не кузялась. Давайте нашу. Ой, скорее надо закусить. Ты васаби хрохнула? Даже вот. А это что-то? Росинка? Непонятно, что это. Не помню, как называется. Нет. Куды волосами? Доминика в свою тарелку. Я не буду это. Не ешь. Я просто показываю. С цветочком такая вкусная. Я знаю. Вот
Они же все, да. Я это кушала. Ты что кушала? Да, извини. Все. Пока-пока. Угу.